SKG Records. Спасибо большое за донат. Слушаем песню «Злой». Я хочу все, что мне не взять, вам меня больше не сломать. Так, злой реально. Это мой крик, он из души, а мои слезы все мертвы. Текст «Мое почтение», конечно. Я никогда не отступлю, после чего не изменить. Я ненавижу и люблю. Ну, вокал прикольный, мне нравится. Типа вот этот экстрим. В музыке при этом ничего не происходит. То есть просто... То есть просто какой-то один аккорд. Вот это... Как будто один аккорд все время идет. Бля, если бы я не понимал текст, мне кажется, было бы лучше. Текст прям местами странноватый. Это из «Дворец князя тьмы». Ну то, что да, одна нота, это скучно вообще. Ебать, а на болевшем пошла. Ну, типа там, не знаю, ощущение как будто вообще одно тоже идет. Вроде есть чуть-чуть разница, но... Ну, хуза, типа... Блять, просто треки два противоположных вообще. Один такой, типа, прям супер-супер-супер попсня. Здесь такой, типа... 0-0-0-0-0. Короче, я бы, мне кажется, плотно упоролся в, типа, Linkin Park и закосить под них прям со всей дури как следует, короче. Потому что, мне кажется, может это очень хорошо получиться и зайти в ранних. Так надо прям у них все фичи, короче, это разобрать, там, мультитреки, все, разъебаться, как они делали, и постараться повторить максимально. Может, даже прям фильтром скопировать звучание гитары, всей хуйни и так далее. И все.